Сегодня у нас такой очередной видеообзор бюджетной пневматической винтовки Крал Панчер Брейкер, версия 3 турецкого производства. Мы поедем в тир, отстреляем ее на точность и покажем, чем лучше винтовки, на которых мы специализируемся, то есть все-таки премиального сегмента, чем они лучше изначально из коробки вот этого крала турецкого производства, который стоит совсем недорого, вот, чтобы вы знали, за что переплачиваете. А сейчас заправим его от нашего портативного компрессора. Там уже есть порядка 150 атмосфер. Мы заправим до 200. Больше производитель запрещает заправлять. Да и самому, если честно, страшно, потому что бывали случаи, когда эти резервуары взрывались. Ну, прошло меньше минуты, у нас уже 200 атмосфер. Больше, напомню, нельзя заправлять кралы. Втравливаем воздух. Вытаскиваем. И едем в тир пострелять этого буллпапа. Посмотрим, что получится. Пулями будем стрелять хорошими, чешскими, спортивными. Грамм 175. С винтовкой ничего не делалось, кроме как была выкручена эта заглушка, поставлена другая, которая позволяет к нормальным характеристикам вернуть винтовку. Ну и все. То есть, как купили, переставили штучку, стреляем. Дистанция у нас 50 метров. Стреляем на 16 кратах. Что-то уже на самом деле сумасшедший разлет получается. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Хотя я стараюсь. Какая плюха прилетела. Все порвала, теперь непонятно. Стреляю я, как понимаете, в самый центр. Изначально я в него целился, изначально я в него пытаюсь попасть. Пули закончились, сейчас сменим дислокацию на мишени, а пока ее придвинем, покажем, чего у нас получилось. То есть первые две пули почему-то легли ниже, потом все стабилизировалось. Давление у нас там порядка 180, то есть мы на том плато, на котором должны находиться, находимся.
Вот как-то так. То есть в магазинчике у нас сколько? Порядка 10 пуль. Я думаю, что 4-5 легли в верхнюю часть. И вот 4 пульки у нас внизу. Почему так произошло, я не знаю. Но вот тут сантиметров 5, то есть вот реальная кучность крала. Это 5 сантиметров на 50 метров. Сейчас попробуем второй барабанчик зарядить, посмотрим, может быть, что-нибудь получше получится. С одного теста сложно определять. Счет того, что все-таки пули 7,62, мы видим вот достаточно обширные разрывы. Вот монетка рубль для сравнения. То есть мало того, что она ее закрывает, она в принципе, ну, как бы по-хорошему меньше сантиметра на 50 метров походит. Пайрау HW100 в калибре 5,5 в ламинате. Вот, и посмотрим кучу на 50 метров. Ну вот, выстрелов сколько? Наверное, 8 я сделал. Один отрыв, но ну, здесь стреляют из серьезного огнестрельного оружия, поэтому я во время выстрела дрогнул, и один отрывчик. А так вот порядка там 6-7 пуль у меня получилось, ну сколько? Ну просто ее порвало, то есть я думаю, что меньше 1 сантиметра. Кстати, барабанчики у нас родные. И вот здесь есть такой упор для пружины. И вот на этом барабане он очень сильно торчал. И я не мог вставить, соответственно, этот барабанчик. Пришлось этот нюанс убирать. То есть микробрак. Неприятно. Турки сделали мне неприятность. А вот этот барабанчик стандартно обычно входит. Отлично. Сейчас будем стрелять по этому уголку. Что-то вообще началось все очень плохо. Как сказал бы один небезызвестный блогер, пиарщик кралов, охотничья кучность. Да, эта винтовка только для охоты. Сантиметров 7. Это почти полный магазинчик. То есть, ну, тут 5 хорошо получилось, тут 7. Это практически идеальные условия. То есть у нас станок, для примера, у FX Crown, у немецкой винтовки Weyrauch HW100 куча меньше 1 сантиметра. То есть очень хорошая. Здесь, как мы видим, все гораздо хуже. Поэтому винтовка стоит намного дешевле. Увы, но эти минусы на ней очень сильно сказываются.